Ну да. Ну ты от этого никуда не денешься. Это у тебя по жизни, сказал дядя Жора, глядя на мой рабочий стол с кучей зарядок. Меня задело. То есть как? Я никогда с этим бардаком не справлюсь. Я решил подойти к вопросу глобально. Сделать отдельный ящик в шкафу, посвященный исключительно зарядникам. Вынимаем ящик и разбираем его. В задней стенке ящика сверлим отверстия под розетки и выключатели. Все устанавливаем и паяем. В шкафу делаем прямоугольное отверстие под концевой выключатель. Все-таки классный инструмент, реноватор. Но чем еще такой прямоугольник выпилишь? Если ящик закрыт до конца, то он полностью обесточен. Если немного приоткрыть ящик, то он включается. У каждой розетки свой выключатель. Розетка поворачивается на любой угол. Здесь мягкая ткань. По периметру и в этой части липучка, чтобы зарядник не бегал по ящику. Можно прилепить так, либо так, либо так. Ящик дяде Жоре понравился, и он окрестил его мегазарядником. А уходя сказал: так ведь я имел в виду то, что ты от бардака на своем столе никуда не денешься. И уже в дверях добавил: а мегазарядник хороший получился.